Бу-га-га! Привет, мои сладкие! Настал день, а если быть точным, неделя мистики и чудес! Неделя страха, неделя ужаса и неделя настоящих приключений! Смотрите, что мы для вас приготовили! Деревня мертвых! Деревня мертвых – это место, в котором разворачиваются основные события нашего праздника. Не бойтесь, хоть она и выглядит устрашающе, в ней вы будете чувствовать себя в безопасности. В деревне вы сможете ознакомиться с топом игроков, поиграть в мини-игры, приобрести тематические аксессуары и скины или познакомиться с героями нашего квеста. Кстати, о них! Сюжетная линия. В этом году квест по-настоящему особенный. Мы подготовили развлекательный сюжет, где от вашего решения будет зависеть итог квеста и финальное вознаграждение. Начните помогать ведьме, проходите ее испытания и сделайте правильный выбор, когда наступит время. Конечно, весь сюжет мы не расскажем, так что обойдемся без спойлеров и отправимся к развлечениям. Охота на ведьм. Мечтали ли вы пострелять по ночным фуриям? О, я тоже думал об этом. Как хорошо, что сейчас это не мечта, а самая настоящая реальность. Пройдя регистрацию на мини-игру в удобном и стильном интерфейсе, вы с легкостью попадете в призрачный лес, где дадите бой ведьмам. Но будьте осторожны, они не будут сдаваться без боя. Используя заклинания, они смогут подбросить, заморозить или даже убить вас. Мертвая рука. Но не спешите отчаиваться, если ведьма смогла вас одолеть. Отправляйтесь на игру «Мертвая рука» и сразитесь с настоящим любителем пятниц – Джейсоном Вурхизом. На моменте регистрации вы сможете выбрать, кем же вам быть – смелым выжившим или сошедшим с ума маньяком. Если вы такой же смельчак, как и я, то, попав на территорию лагеря, не стоит долго раздумывать, что же делать. Отправляйтесь к генераторам, которые необходимо починить. Будьте внимательны и осторожны. При ремонте вы можете ошибиться и, поломав генератор, привлечете внимание Джейсона. А он точно не будет медлить. Одним ударом он оглушит вас, а вторым гарантированно вгонит вас в бессознательное состояние. Ну а здесь и дело с концом. Свяжет без сопротивления. Конечно, другие игроки смогут вас развязать и даже вылечить, но останутся ли они в живых? Что ж, не будем о плохом. Давайте представим, что вы и ваша команда запустили 5 генераторов и открыли ворота. Отличный шанс, чтобы сбежать и получить награду. Но не тут-то было. После того, как откроются ворота, автоматически откроются и сундуки, в которых лежат ценные награды, от игровых рублей до уникальных скинов и аксессуаров. Что же выберете вы? Деньги или жизнь? Кстати, об уникальном. Мы очень ответственно подошли к разработке тематических аксессуаров, создав более 15 моделей. Небольшой бонус. Мы решили отказаться от статичного расположения аксессуаров и разработали систему, которая позволит каждому игроку настроить аксессуар под себя. Для этого необходимо зайти в инвентарь, выбрать аксессуар и нажать кнопку «Использовать», а в режиме кастомизации расположить аксессуар в нужном месте. Скины. Но и это не все. Смотрите, какие крутые скины мы подготовили для вас. Конфеты. Помните, как в прошлом году вы собирали конфеты? О, да, это было круто! Мы решили сохранить традицию праздника. Получив оповещение в чате, отправляйтесь собирать конфеты. Попадайте в топ игроков и получите ценные призы в конце праздника. Например, уникальный скин Пеннивайза. Мы создали две наикрутейшие машины для праздника. Рейсер Тахион. Volkswagen Station Wagon Deluxe. Желаем вам приятного праздника! Моя кража, играй по
по-черному.